Более десятка предпринимателей подписали меморандум с поставщиками и владельцами торговых точек с целью недопущения спекулятивного роста цен на продукты питания на территории города. Основная суть меморандума в том, что каждая из сторон берет на себя определенные обязательства, то есть производители. Следующее обязательство – предпринимать необходимые усилия для недопущения необоснованного роста отпускных цен на сырье и продовольственные товары, обеспечить постоянное качество сырья и продовольственных товаров. Торговые организации, в свою очередь, берут на себя обязательства по реализации местной продукции на территории Димитровграда и контроль над качеством продукции на прилавках магазинов. На встрече предприниматели и представители администрации города говорили о качестве пищевой продукции. На территории России введена оперативная электронная система для работы с реализацией товаров. В чем заключается принцип работы данной системы? То есть все ветеринарные лаборатории, которые выявляют некачественную и опасную продукцию, незамедлительно заносит всю информацию в систему. Нововведение включает в себя оформление ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольные товары в электронном виде. Татьяна Баловнева, Анжелика Бровинок. Наше время.